водопроводами и сетями не выдержали проверку морозами и трубы теплотрасс. Подробности далее. Так, в пятницу мы обратили внимание на разрытые парящие ямы по проспекту Горняков. По словам мастера, которая, к сожалению, не представилась, авария произошла на теплотрассе. Близлежащих домов проблема с отоплением не коснулась. Люди все топятся, вот только они, вот это вот наркология. Да. Все остальные топятся. Наркология с завхозом я согласовала, сейчас тут никто, никого нет, нету это, лежащих. Единственное здание, которое не отапливается на данный момент, это наркодиспансер. Но мастер нас уверил, что уже через несколько часов тепло по трубам больницы будет пущено. Мы же, в свою очередь, надеемся, что ее слова не будут расходиться с делом.